Легенды спорта и воспитанники спортивных школ, ветераны и начинающие спортсмены. Все собрались рядом с домом на Спартаковской улице. Ведь именно здесь когда-то жил легендарный советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Крутов. Человек-легенда. Мы все помним, без привлечения особенно старшее поколение, Олимпийские игры 80-го года, Олимпиаду в Сараево, Олимпиаду в Калгари. Как мы болели, как мы переживали. И, наверное, без привлечения можно сказать, что все семьи были у экранов телевизора. Владимир Крутов встал на коньки в 4 года, дебютировал в ЦСКА в игре против Крыльев Советов. В начале 80-х годов была создана пятерка, ставшая легендарной по играм за сборную СССР и за клуб ЦСКА. Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Алексей Косатонов и Владимир Крутов. Отношения между игроками были настолько крепки, что они дружили семьями. Они пришли почтить память своего товарища. Совет депутатов Химок принял решение о увековечении памяти великого нашего друга, брата, выдающегося хоккеиста современности. Могу сказать, что как играл Володя Крутов в хоккей, но таких игроков сегодня нет. Никогда не предавал, всегда был очень отзывчивым, добрым. И, в общем, все к нему тянулись. И он отвечал этим же. Сегодня в честь Владимира Крутова на доме установили мемориальную доску. Любые события, которые связаны с памятью Владимира Евгеньевича, очень приятно. Такие как турниры или открытие мемориальной доски около дома, где он жил всю жизнь практически. Конечно, такие люди, как папа и Макаров, Фетисов, такие очень редко рождаются в хоккее. Сложно было на них быть похожими. Сложно, но можно попытаться. По крайней мере, для этих молодых ребят уже есть пример человека, на результаты которого можно равняться. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.